Всем привет, с вами я, Алена. Я приехала в магазин Leroy Merlin. Этот магазин находится в городе Ногинск Московской области. Приехала я специально за садовыми деревьями, кустарниками. Сейчас будем смотреть, что же привезли, что есть в наличии. И небольшое лирическое вступление. Кто не может найти этот магазин на сайте Leroy Merlin, его там нет. У него есть свой интернет-магазин. Адрес ногинск.leroymerlin.ru. Не забывайте ставить мне лайки, вам не сложно, мне приятно. И имейте в виду, в Leroy Merlin вы можете сдать бесплатно люминесцентные лампы, батарейки, светодиодные лампы на переработку. Смотрим, какие есть саженцы кустарниковые, ирга канадская, облепиха, аллей, джемовая облепиха. Все цены вы видите. Облепиха жемчужница. Айва японская в коробке. Растения уже просыпаются. Это все правильно. Так и должно быть. Виноград плодовый Аркадия. Смородина белая, кремовая. Так, белую я тут не вижу. Я вижу тут смородину красную, щедрая, 177 рублей она стоит. Так, белая есть, вот она в конце, 233 рубля. Интересное такое растение, ёшта. Понятия не имею, что это и как это растет. Кто в курсе, делитесь в комментариях. Цитрус, лимон, 588 рублей. Цитрус, лимон, еще один, лимета, лунарио. Цены, конечно, запредельные. Шелковица, есть белая и черная. Черная стоит 275 рублей, белая 322. Два сорта ежемалины. Ремонтантная малина, разные сорта, цена 255 рублей. Попроще малина Метеор, традиционная. Черная смородина ленинградская, сладкая. Смородина также черная в коробках, сорта разные, созвездие, моро, традиционная, перун. Очень много черной смородины, но я бы хотела найти аронию черноплодную, но, по-моему, ее здесь еще нет. Тоже ежемалины очень много, ежевики. В прошлом году сажала ежевику, меня вообще не прижилась. Актинидия. Крыжовник. Ну, еще в ягодах голубика, клюква, брусника, кизил, голубика. Жимолость. Жимолости много. Есть подешевле. 222 рубля, 255, 277 рублей. Совсем, конечно, экзотическая. Кто хочет, фундук Кавказ в тубе 298 рублей. Есть фундук лещина обыкновенная 255 рублей. Большой выбор гортензий, разные сорта.
Пузыреплодники есть в продаже. Чуть-чуть подешевле они. Еще гортензии. Еще с вами посмотрим растения: крыжовник, глициния, виноград декоративный, жимолость, калина, чебушник, азалия, глициния, рододендрон. Цены все вы прекрасно видите. Глициния китайская. Красота. Какая красота. Магнолия. Сирень. Мне кажется, для сирени это дорого. Хотя вот это очень красивая такая, интересная. Роза, вигела, лапчатка, форзиция, еще лапчатка, барбарис. Огромный выбор роз. Ну, розы я вам показывала все в прошлый раз. Черешня орловская. Вишня 355 рублей. Десертная морозовый. Есть абрикос орловчанин. 422 рубля. Груша Гера 298. Груша Красавица Черненко. Слива Светлячок. Яблоня Свердловский Анис 298. Яблоня Мельба. У меня такая прижилась хорошая яблонька. Антоновка классическая 333 рубля. Яблоня Монтет. Колоновидная президент в коробке. Приземленная карликовая 338 рублей. Вишня войлочная 377 рублей. Груша звычайная. Груша августовская роса в коробке. Абрикос черный бархат. Ну и дальше все мы уже видели в другом отделе. Опять же, жимолость, крыжовник, смородина. Смотрите, здесь есть гранат 622 рубля. Не знаю, как он приживется ли у нас и будет ли давать плоды в Московской-то области. И есть инжир. Тоже ценника не вижу. Еще есть малина. Вот в таких вот пакетах. Два сорта. Это золотая осень и рубиновое ожерелье. Стоит такая малина 222 рубля. Еще покажу вам. Жасмин здесь есть. Рододендрон, сирень. Все это мы уже видели. Гортензия. Сирень белая, обыкновенная. Моник или Моник Лемуан. 355 рублей. Красавица. Смотрите, гибридные лилии, восточная, азиатская, цены-то какие. Но это, скорее всего, просто маленькие сами по себе цветки. Две штуки в упаковке, цена вообще смешная. Ну, это уже другая, конечно же, 155 рублей.
Вот эти лилии продаются просто вот так вот в пакетике. Так, диаметр цветка. Я не вижу такой вообще, как бы, ничего подобного. Они, скорее всего, будут мелкие. Мои любимые флоксы уже в продаже есть. Одна штука. Цену вы видите. 222, 322, 155 рублей. Флоксы разные. Как бы все. Больше сортов я не вижу. Нашла белые флоксы. Вот они. Одна штучка. Астильвы. Дельфиниум. Тоже большой выбор пионов. К примеру, я нашла вот такие недорогие пионы. Одна штучка 198 рублей. Вот еще какой красивый пион. 198 рублей. Древовидные пионы. И сорта подороже. Какая красота. Большой выбор красивых роз. 170 рублей всего лишь. Вот эти розы по 140 рублей. И еще по 170. У меня растет черная магия. Очень красивый цветок. Он потемнее, чем на коробке. Он почти черный.